Вот, продолжаем работать. Вот бачки на собаке. Тихо. Вот они. Так любят Марину. Собачки. Аккуратно, лопата. Аккуратно. Бачка идет. Здесь убирают, я вот здесь вот приковырял сейчас. Добрый день, батюшка. О, в помощь вам, труженик. Хлебушком батюшка кормит его. Приучает, чтобы в воду прыгал. А то вообще в тину погрузилась. Ну да. О! Ой-ой-ой. Радость-то сколько? Тихо. Только не прыгать не надо. Вилли, уйди. Блять, не давай лопатой там отодвинь его. Че? А как канава наша попала? Поскочили. Отцы попали, было ни один, ни два. Было там много. Километры копали, километры. Километры. А у нас 22 метра. Человек 50 выходило там. Но. Я еще небольшой был. Помню, как помощь в колхозе, что там заготавливали там лед на зиму. Да. Мужики пилят там, женщины там грузят, мы пацаны возим на этом. Как плотину на Комогорихе прорвало. На лошади я возил, тачка такая на лошади. Вот она прокидывает, там накладывает, я подвожу, а здесь уже разравнивают. Людей было много. Кто там был? Ну, работы было больше. Но. Видишь как, не кусают. И люди работали с надеждой на светлое будущее. Люди не прятались. Да. А сегодня сидят там куча, и ни одного не вызовешь. А зачем мне своевременно это? Ты только обернись, глянь. Какая гладь? Новые птицы. Во сколько раз она увеличилась? Березы-то, которые были, тут все засохли. Слушай, а вот я сейчас там с краю посмотрел, и там бы легче было сделать. Нет. Прямо вот туда вот, не прямо туда вывести, она обходила бы, и легче бы было вывести. Здесь, видишь, какой обвод надо делать. А надо делать. Ну. И сделали. Люди, мы
все вымерили, прочертили. Еще углублять надо. Углублять до самой почти воды. Около метра. Это все, что щетей налетел. О, помощница. Помогает. Не давай прыгать, не давай прыгать. Уйди. Попрятались все. А вот у нас гостья работает. Она мне по письму написала. Я говорю, здоровье, могу мужика заменить. Я говорю, обманула. Она 2,5 мужиков заменяет. Только. Нам главное скорее доски спрятать, пока не утащили. Поди кто-то. Ты думаешь, вот это еще лежит? Вот это вот. И вот это? Да. Клинышек какой-то. Клинышек. Глину соскаблять, а это что лежит? Это мерка какой ширины. Это все я лазил там он сегодня в кустах. Мог утонуть. Прыгал там с одной ветки на другую. Не как? Надо, сейчас он будет на тебя прыгать. Это... Марис, не надо. Он любит это. Уходи. Уйди. Пошел. Хватит. Иди сюда. Нельзя. Нет. Все. Ладно, все, пошли. Да вы что на обед-то не идете? Время уже час. Чуть-чуть осталось. Вот. Да, мы с обедом приходим. С обедом уже? Вон они, где на бугарке сидим и сразу за работу. А когда мы высоту успели сделать? Если ходили туда-сюда. Это не игрушка. Так, ну все. Благодарю за березовый сок. У меня с собой березовый сок. Есть еще? Есть еще пока. Еще в колодце, батюшка. Душа ликует. Ты видел, насколько еще тут подняли-то? Завалили какую штуку. Если коснется бульдозер, вот это вот подровнять, он с этим бульдозером. Ой, свинки, шикарный. Ой, свинки какие, грязючки. Ученые собаки. Грязные. Да, такая грязная. А зубы белые аж светятся. А они зубную пасту не чистят. Не чистят зубную пасту. Уходите, все. Сейчас еще вернется собачка. Не сгибаться не дает спина. Совсем. А вот здесь лучше, чем там. Там все насыпное, вот что дело-то. А здесь естественный берег. Естественный. Это крепче стоит от воды. Копает пока тут, я тут бугоров нашел.